Здесь находилась базарная площадь. Ну и сам базар. Белгородцы окрестили его шопой от английского шоп. Здесь было грязно, тесно и вообще-то небезопасно, но зато купить можно было что угодно. Вот яблочки. Карачанские. По крайней мере, так описывает ту действительность краевед Александр Крупенков в своей книге «Пройдемся по старому Белгороду». Здесь базар заканчивался. Там дальше начинался вполне себе респектабельный Белгород купеческих особняков. Форпостом служил Преображенский собор и храм знаний, мужская гимназия. В августе 1880-го здесь собрались все горожане. Как бы сказали сейчас, вводили в эксплуатацию среднее образовательное учреждение. А вернее так, уже существовавшая до этого мужская гимназия переехала в новое здание. Учебный год тогда начинался не 1 сентября, а в середине августа. Знаменитый русский кирпичный стиль – последний писк архитектурной моды того времени. Дело в том, что в условиях России декоративная штукатурка и лепнина быстро изнашивались. Другое дело – кирпич. Дешев, надежен, неприхотлив. Русские умельцы умудрялись из прямоугольных брусков делать витиеватый декор. Кирпичный стиль в XIX веке становится настолько популярным, что сразу уходит в народ. Белгород следует моде. Большая часть жилой застройки города выполнена именно в этом стиле. В облике гимназии и черты неоготики, и элементы псевдорусского стиля, в общем, эклектика. На момент постройки это, без сомнения, самое красивое здание Белгорода. Новой гимназии тут же присвоили имя его королевского высочества герцога Эдинбургского. Причем здесь он? Просто накануне дочь российского императора Александра II, Мария, вышла замуж за Альфреда Эдинбургского. Вопрос с именем решился сам собой. Холл сохранился почти в неизменном виде. Ну, с поправкой, конечно, на вековую историю. А лестница, она так и вовсе будто только что из 19 века. В Белгородском государственном архиве сохранились документы, отчеты, ведомости, личные дела студентов и преподавателей мужской гимназии имени герцога Эдинбургского. Принимали в гимназию только при наличии обязательства. За сына ручался родитель. К поданному мною прошению о приеме моего сына Пьера Воробейчика в Белгородскую гимназию имею честь присовокупить ниже следующее обязательство. Означенного моего сына я обязуюсь одевать в установленной форме, снабжать всеми учебными пособиями и вносить установленную плату за право учения. О том, что все распоряжения начальства, касающиеся учеников гимназии вообще и Белгородской гимназии в частности, были им в точности исполняемы, буду прилагать всевозможные старания под опасением, что в противном случае он будет уволен из заведения. Данное обязательство было своего рода распиской. Отец обещал не только кормить и одевать сына, но и платить за его обучение. С одного гимназиста в год 21 рубль, с учащегося подготовительного класса – 14. На содержании были и преподаватели гимназии. В общем-то, тогда служащие гимназии могли особо не переживать и материально, и отдавать все силы на воспитание гимназистов. Директор гимназии в год получал на съем квартиры 700 рублей. Исполняющий обязанности инспектора – 350 рублей, все остальные по 200. Так что директор вполне мог позволить себе жить в доме на 10 комнат
и снимать его за 600 рублей в год. Говорят, по нынешним меркам баснословная сумма в районе 500 тысяч сегодняшних рублей. Гимназисты обязаны были носить форму и не имели права показываться на улицу без нее. Обязательно китель и брюки темного цвета, поверх шинель, подпоясанная ремнем с пряжкой, на которую обычно наносилось название гимназии в сокращенном виде. На голове у гимназиста непременно фуражка. Математика 3, русский 3, физика 3, история тоже 3. Да, неважно, учился сын священника Михаил Михайлович Лебедев, как, впрочем, и сын потомственного почетного гражданина Виталий Петрович Косьмин. И как сын коллежского асессора Павел Михайлович Игумнов. На самом деле, не такие уж они и невежды, тогдашние середнячки. Основными отметками в гимназии считались пятерка, тройка и единица. С пятеркой и единицей все понятно, а вот тройка вовсе не была признаком недостатка знаний. Наоборот, эту отметку ставили ученикам, которые знают пройденное настолько твердо, что могут без затруднений учиться дальше. А вообще, отличников было мало. Но зато те пятерочники вместе с аттестатом уносили домой на радость родителям медаль. Настоящую, золотую, 990-й пробы. Ради такой и алгебру не грех лишний час позубрить. Отчет о санитарном состоянии за 1887 год. Классы высокие, с большими окнами, отопление водяное. Температура в холодное время 15 по Реомюру. Ну, это примерно 20 градусов по Цельсию. Вентиляция исправна. Кубическая вместимость на каждого ученика нормальная. Воспитанники имели вид свежий и здоровый. Залогом бодрости духа гимназистов была в том числе жесткая дисциплина. Имена нашкодивших заносили на черную доску. Вот имя Михаила Костенко вряд ли когда-либо появлялось на доске позора. Он прилежно учился и, окончив гимназию, стал знаменитым ученым-электротехником, героем соцтруда. Хотя вот как раз эти отличники иногда такое могут выкинуть. Но получить выговор или пристыжение – это так, мелочи. Особо отличившихся могли заключить в карцер, лишить хлеба и воды, а еще пороли нещадно, для чего гимназии целыми вазами закупали розги. Все это учению лишь помогало. Мешало гимназистам только одно. Стоило открыть окно, и тут... Сметанка, караси, баранки с маком, свеженькие, мягонькие, подходим, не стесняемся. Базарная площадь, прямо у стен гимназии. Начну на флейте стихи печальные. Колбаса, зря на Россию нет, через страны дальние. Ты баламошка непотребная, а ну иди отсюда. Ибо все дни с нее доброты, мыслить умом есть много охоты. Ну как здесь учить Тредьяковского? Прочту уже что-нибудь поинтересней. Вот как описывали гимназический быт современники. В классах жевали макуху, жмых, играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертона.
Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинелей. Дрались коньками и ранцами. Это Лев Косиль, любимый писатель всех советских пионеров. Он никогда не учился в Белгороде и описывает свою гимназию в городе Покровске. Но ведь дети-то, дети, они везде одинаковые. Учились днями напролет, выходной только воскресенье. С 9 до 3 дня. Каждый урок 55 минут. Несмотря на все шалости, жизнь гимназиста 19 века тяжела и неказиста. Нужно было сдавать не только физику и литературу, но еще и несколько иностранных языков. Немецкий, французский, латынь, древнегреческий, закон Божий и катехизис. Преподавателей отбирали тщательно. Рядовых не было, были только лучшие. Наличие в штате гимназии академика исторической живописи Юлия Федерса говорило само за себя. Рисование и чистописание студентам преподавал художник-пейзажист. Первым директором Белгородской мужской гимназии был Николай Филиппович Одарченко. Из отчета гимназии за 1904 год. Я говорю о личности первого директора нашей гимназии Николая Филипповича Одарченко, о котором сохранились в Белгороде до настоящего времени самые восторженные воспоминания. Наверняка все помнят его высокий рост, громкий, сильный голос, ясную, отчетливую, с едва заметным малороссийским акцентом речь. И вот еще. Николай Филиппович обладал выдающимися умственными способностями, громадной памятью, обширным и разносторонним образованием, основательным знанием иностранных языков – латинского, греческого, французского, немецкого, английского. Еще, говорят, у него не было врагов и завистников, а наоборот, друзья его детства остались неизменными друзьями на всю жизнь. Собственно, так больше не говорили ни об одном следующем директоре гимназии. По крайней мере, в этих документах таких воспоминаний нет. Николай Филиппович, говорят, был строг и к себе, и к другим. Однако ж его любили. По крайней мере, тот, кто эту характеристику писал. Гимназистов преследовал тотальный контроль. Главная задача гимназии того времени – внимание, цитата, «воспитание благонравнейших граждан». Потому и гулять разрешалось только до 8 часов вечера. Никаких тебе театров или кинематографов без разрешения надзирателя или инспектора. Даже переписка иногородних гимназистов с родителями проходила через руки определенных людей. Опасаться было чего. 1905 год. По всей России волна стачек и митингов. В гимназической среде одной искры было достаточно, чтобы вспыхнул бунт. Ученики Белгородской мужской гимназии устроили беспорядки, бойкотировали занятия с условием отставки директора господина Иваницкого. В то же время зачинщики из числа старшеклассников склонили к бойкоту и большую часть учениц женской гимназии. Но это было только начало. В Белгороде вспыхнул настоящий бунт. Зачинщиками выступили железнодорожники и студенты учительского института. Демонстрация шла от Гражданского проспекта к Преображенскому собору. Тут в ряды митингующих врезались казаки. Начался настоящий бой. Митингующие внизу
отбивались палками и камнями. А гимназисты отсюда, сверху, вели прицельный огонь тем, что под руку попадется. Ну вот хотя бы чернильница. После революции Белгородская мужская гимназия перестала существовать. Гимназистов распустили по домам, у страны появились более важные заботы, чем воспитание благопристойных граждан. С этого момента осталась в прошлом та гимназическая Россия с третьяковским катехизисом и латинским языком. В здании стали заседать всевозможные советы, пленумы. Потом бывшую гимназию вовсе стало бросать из стороны в сторону. То лечебницы для красноармейцев, то казармы для них же, то госпиталь. После войны были обком, профсоюз, пединститут. Чего только не было. Но все эти исторические передряги оказались нипочем зданию, где все еще витает тот гимназический дух царской России. Сегодня это здание сохраняется Белгородским государственным национальным исследовательским университетом. Здесь расположен социально-теологический факультет, созданный в 2001 году. В 2016 году, когда отмечалось 15-летие факультета и 140-летие МИНБГУ, в здании социально-теологического факультета были созданы новые культурно-исторические объекты. Воссоздан храм-часовня преподобно-мученицы Евгении Римской, существовавшей в этом здании более сотни лет назад. В честь митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова, имя которого носит факультет, открыт духовно-просветительский центр. На входе в здание установлена мемориальная доска, посвященная уроженцу Белгорода, известному российскому философу Николаю Страхову. А в самом здании создана библиотека-музей этого известного критика и публициста. Господа, осмелимся напомнить. Выпуски программы «Места знать надо» вы всегда можете найти на сервисе YouTube. Просто введите в поиск название нашего канала «Мир Белогорья» и смотрите в свое удовольствие. До встречи!